Привет, бои и скауты! С вами Кьюбайт. Это Андрей. Привет. Давид. Здорово. Он же Тед Мосби. Мы сегодня будем играть в Астробот на PlayStation 5. Это игра, которая раскрывает возможности, способности этого нового геймпада DualSense. Мы как-то играли, правда без Теда, играли в Астробот VR на PlayStation 4. Ничего не пищит. Также вместе с новым поколением консолей вышла и обновленная Borderlands 3. Полностью оптимизирована для нового поколения, а значит, вселенную Borderlands ждет новый уровень графической роскоши. Улучшенная версия Borderlands 3 для Xbox Series X и PlayStation 5 в одиночном и совместном режимах работает на скорости 60 кадров в секунду и в разрешении 4К. Если у вас уже куплена третья Borderlands на прошлом поколении, то обновление для новых консолей совершенно бесплатно. Все сохранения и данные тоже можно перенести, например, с PS4 на PS5 без проблем. И это еще не все. Новая DLC к игре. Оформленный в стиле реалити-шоу, ведущими которого являются искатели хранилища Экстон и Сальвадор из Borderlands 2, режим «Грабь-убивай» предлагает ощущение скорости, сложности и постоянно меняющихся случайным образом элементов. У вас отнимут все снаряжение, пассивные способности и активные навыки и бросят в неизведанную зону, где все это предстоит добыть в бою и с риском для жизни. Как только окажетесь на острове, начнется обратный отсчет. Это время, за которое вам предстоит собрать лучшее снаряжение, какое найдете, и отнести на точку эвакуации до того, как вас сотрет с лица планеты надвигающаяся буря. Все искатели хранилища, независимо от опыта, почувствуют себя в одинаково сложных условиях. Подробнее про улучшенную Borderlands 3 и новое DLC в описании. Все, мы начинаем. Будем меняться по ходу игры. Сначала я поиграю, потом Андрей, потом... Ну или, не знаю, как-нибудь уже там на Цуефа решим, в общем... Я не знаю, здесь, наверное... Да, у нас геймпад подключен, он уже работает и издает звуки. О, там разные. PlayStation 1 пролетел, 2, PSP, PlayStation 3, PlayStation 4, VR. Даже слышно по звуку, как он собирается здесь. Да, наверное. О, офигеть! Сравни с этим. Вот, сравни, как этот нажимается. Улетает. И вот ты сравни, одним нажимай такой. Я даже не понял, я думал, надо сильнее. Да. Блин, офигенно. А это у него так работает? Не всегда, нет, это не всегда. Это именно... Да. Офигеть. Видишь? Вот когда это истинная эмоция. Ну, это такой же тачпад был и на прошлом. Попробуй. Да? Там какая-то вибрация идет. Чуть-чуть отдает. Мы берем у вас интервью. Но оно все равно ощущается, как будто ты пальцем почему-то водишь. Да, есть такое. Прикольно. И это здорово. Сейчас. Это как на джойконах. В этом. Они там чувствуются? Да. Я вот их чувствую. Вот я переворачиваю. В общем, когда я начинаю вращать геймпад, то они тоже перемещаются. Ну вот если вы играли в там, One to Switch, то вы знаете. Ролик есть на канале возле твоего угла. Они как будто все, короче, перелетают с места на место. Попробуй. Ну, прям как там же. Да, их как будто целая куча такая переваливается. Да. Ну, они засыпались. На другое. Я, кстати, вообще не знал, что у него есть такая штука. Ну вот, если бы я эту игру не запустил, я бы не знал. Прикольно. Попробуй. Типа дуть надо это? Да. Ну, он ощущается даже. Алкотестер на PS5. Ну, прикольно, да? Блин, офигенно вообще, на самом деле. Да. Теперь я хочу поиграть в игры, где это будет, ну, там, на полный... До чего доходят технологии, что просто в обычном... О, вот она была. Геймпаде. Да, при PS2 такого не было. Однако. А при PS3 было? При PS3 тоже не было. И если мне память не изменяет, при PS4 тоже не было. Ну, память тебе не изменяет. О, прикольно. Не, ну, кстати, очень похожее было в VR, но тут, там тоже необычные ощущения, когда мы играли. Там же тоже вот этими штуками там водишь, ловишь. У него офигенные ноги. Да, я вижу. Прикольно, что я слышу, не знаю, ну. На бочке всю жизнь проплывал.
Он здесь, ну, тоже дублируется этот звук. О, прикольно. Да-да-да, как я его тянул. И это вот благодаря этому еще очень интуитивно. Ну, то есть, я понимаю, что мне делать, хотя я даже там не смотрю особо на экран, ну, на подсказки. Я понимаю, что мне нужно зажать и как бы тянуть, потому что я чувствую натяжение. Это процессор, там был этот, видимо, вентилятор, процессор, это SSD. Ну, не знаю, мне так кажется. Как сервера, типа. Это что, видеокарта? Не знаю. Ну, очень похож. Это первая? Да-да-да, это первая PlayStation. Мы типа бегаем по... А, мы просто, наверное, внутри этого. Да-да-да, внутри PlayStation. Поле памяти. А вот это память, вот это память. А-а-а, здесь разные... А это, короче, по уровням, да? Да-да-да, здесь по уровням. Давайте, ладно, давай тебе, Андрей, там... Подтянуть хочу. О, вообще клево. А, попробуй подуть микрофон. Что будет? Не, ничего, ничего, это просто был тест. Видимо, я не прошел. О, не, прошел, а, прошел. Вот, а вот так вот. А вот так вот можно бить. Тебя сдувает? Ну, не в комнате, конечно. Пейн. Эй. Не, ну про. Ну, ну, идет вибрация просто такая, знаешь, давай, и давай. Все. И больше ничего. Офигенный геймпад, что тут говорить. Тут как бы слова излишне большие. Я пытаюсь полететь. О, опа, опа, я, мне очень нравится драться, вообще клево. О, следы остаются еще. О, да. А ну-ка, а скелет? Это как и из этих, скелетоны были, раньше конфетки вот эти вот. Ого. А, ого, ребят. Вырастает платформа, я как будто в Дюне, на самом деле, с этим парнем я не дружу, и это не мой друг. Ты про нас говоришь? Нет, я про этих плохих ребят. Я так понимаю, это геймпад на PlayStation 5? Нет, там пролетел. Да, ты в руке держишь. Да. Ты очень проницателен. Я стараюсь. Так, так, так. А вот сейчас мне надо... Кстати, эта игра... Как будто не попасться, да. Я не попадаюсь на этого вредного. Давай, давай, давай. Вредного, вредного... Опа. А вред? Лично. Не время. Ого. 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 А, ты правильно. А меня сдувает. А куда мне сейчас идти надо? Нет, нет, нет. Нет, нет. О, я дождь ощущаю. Дождь прям ощущается вот по зонтику, как он бьется. Да, прикольно. Вообще четко. Ну, не по зонтику, он как будто в геймпаде у тебя стучит. Да. Как крыска даже. Молодцы Sony, что да они все, создали. Да начинай, пожалуйста. Дед. Такой геймпад. Я помню еще PlayStation 1. Да не было у тебя PlayStation 1, дед, и... играй. Ну, это были старые времена. Старые времена. А я его заморозил, правильно? О, град! Град! Нет, ну это... Влад, объясни, почему происходит так? Ну, тебе какую версию, правдивую или... Давай, давай все-таки более... нет, правда? Игра о, сложная. О, о, о! Я поставил самую сложную сложность. Я как будто натыкаюсь на морского ежа. Больше я могу? Подожди. Подожди. Так, а куда мне дальше? Окей. О, 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 о! А вон, спаси, спаси своего друга. А, тебе встать нужно на плот? Нет, подожди. Вот сейчас он дарит. Тяни за провода, тяни за провода. А, точно. Точно. Второго, второго. Давай, давай, давай. Точно, Давид, слушай, а ты голова. Спасибо. Просто у меня не зря торчат провода, которые уже... Подойди к нему ближе, он не может. Опа, я слышу, все. Брат, ну, то есть из геймпада идет звук, и как будто атмосферу добавляет. Короче, прикольно то, что да. Разными звуками такие. Да, да, да. А, теперь... Ого, я попал в торнадо. Видимо, меня сейчас унесет. Да, да, Элли. Так, ну думаю, что надо передать уже другому игроку. О, я чувствую, сейчас чувствую, как он скользит по ней. Ну, просто небольшая вибрация обычная происходит. Yes, блин. И на самом деле это невероятно, то, что ощущается практически каждое движение. Шлепок был? Да, я прям почувствовал, как вот... Как будто по геймпаду. Да, оно все ощущается, все ощущается. Вот можешь сам ходить. Попробуй сейчас залезть на... Ой, извиняюсь. Залезть на мост. На мост и прыгнуть в воду. Да, прикольно.
Да вот даже если я просто на месте попробую. Ну, опять же, когда ты играешь, то в целом, ну, ощущения как бы новые, но ну, они привычные, потому что как будто, знаешь, ну, очень, как я и сказал, этот... Интуитивные. Да-да-да, то есть, ну, понятно, ты ходишь по песку, и ты чувствуешь так... Ощущается прям, как будто маленькие частички песка просто атакуют DualSense. Да, да, она ощущается. О. О! А тебе, видимо, сюда и нужно. Лол. А потом ты видишь вот это... Она не то что... Блин, это настолько реалистично выглядит. И ощущается, вот потрогай. Из-за того, что ты слышишь звук и это ощущение, оно реально как будто пружина внутри. Ну да, оно перекачивается с одной части геймпада на другую. Оно у нас прям реально... Реально реалистично, так смотри, сказать. Смотри, не могу нажать. Видишь? Может, тяжело, да? Да, да, трудно. Потом. Ну, я показывал в распаковке PlayStation 5, там, вот, допустим, в той же Call of Duty, Cold War новой, там разное оружие, оно используется, да и в Fortnite, кстати, работает. Разное оружие, то есть по-разному, допустим, какой-нибудь киркой в Fortnite ты будешь спокойно, легко нажимать, а уже оружие, оно будет как будто, ну, ты доводишь до курка палец, а потом немножко жестче. Ну, почти! Да, блин, вот так, видишь, по кругу. Да, это уже какой-то азарт идет просто. Есть! Стоп. Успокойся, пока не соберу все монетки. О! Блин, офигенно! Да, ну прикольно используется. А, все. Пусть мама услышит. Пусть мама придет. Я боюсь предсказать, как вот эту функцию с дунем, с дутьем будут использовать там в GTA 6. Прям чувствуется. Вот каждую вот эту зубчик, каждый зубчик от этого, от молнии, он чувствуется. Джунгли, GPO. Ну вот сейчас последний раз, последнее сходим это в джунгли, посмотрим. Я чем-нибудь отыграю. Рендерный лес. О, это знакомое. Ну по ощущениям уже, говорю, очень быстро привыкаешь ко всему. Так что здесь как бы уже не получается так удивляться, но когда вот включили, вообще было офигенно. О, это курки вот эти. На самом деле, я реально хотел поиграть в такую игру полноценную. То есть как Mario Odyssey, только вот такая. Они очень похожи. И чтоб там много было этих оперативных режимов каких-то. Да, вот вчетвером. Гонки там какие-то. Индиана Джонс, Индиана, ссылки пошли. Это, кстати, этот транзистор. Блин, прикольно, если бы он так надувался, как Том и Джерри. Подожди, а что я должен делать? Пока ты не подойдёшь, он, наверное, не... А это батарейка или... Похоже на транзистор. Напишите в комментариях, технари. Тут тень трясется, не пугает. О, видишь? Странно. Да, ну... Это же жи-жи-жи! Пиши, пиши, сука, и... О, секретный лаз. И чё, в чем он секретный? Зачем это? Это, видимо... А, во! Погоди. Оба! Вот я нашел, да, секретку? О, Botaway на PS Vita. Ну, у меня PS Vita не было, только PSP. Что мы это пропускаем? Это, наверное, разбить. О. Это, видимо, текст. I catch your eye, it's cause you are blue. Какое-то стихотворение процессору. И вообще, стихотворение, видимо... Тут написано, что ты молодец. Да. Пойдем дальше. Перевод. Ты молодец. Куда эти ежи здесь? Ну все, мы уже дошли до терафло... Миллион терафлопсов, там 10, по-моему, их в PlayStation. Я прочитал терафлопсов. О, нифига, у тебя мартышка. Ладно, сейчас, секунду. Вот, кстати, вот здесь легко нажимать. Ну, вот даже я могу показать. А, не, немножко, если цепляется, вот сейчас. Вот, легко. То есть я могу спокойно нажать. А теперь, когда она прыгает, вот слышишь, даже
Она как бы так поскрипывает. Ну вот. Вот сейчас попробуй нажать сюда. Да? Да. Видишь, как круг. Вот здесь уже так не получается, она уже жестче. Вот как будто я раз держу, потом. Смотри, а как? Давай, ползи, ползи. О. Прикольно. Ой, не прикольно. Не, она тебе была залаз. Подожди, как ее? Вверх. Так... Спасибо, что посмотрели. Поддерживайте видео лайком, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, колокольчик прожимайте. Давайте так, пацаны, 20 тысяч лайков, и мы снимаем Безумцев снова вместе. Полный угар, полный трэш. Будет очень весело и здорово. С крутым монтажом. Я его не уговариваю, это его, да, идея. 3 часа чистого видео для вас. Нет, 3 часа видео не будет. Ну, короче, мы уже играли в Безумцев. Опять же, подсказка где-то вот над Андреем. Заходите в описание, стримы Теда, страница Андрея. И подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.